19 декабря 2017 год, Харьков, 15:53 по Киеву. Улица Сумская, площадь Свобода. И вот такая красота. В рекламе спрашивали Дедушка Мороз, где олени? Оказывается, вот они. На Сумской. Через час будет открытие елки новогодняя официальная. Надеюсь, поприсутствовал. С новым 2018, ну рановато, конечно, еще 12 дней. Ну а там уже сцену соорудили. +2 у нас в Харькове по сравнению со вчерашними +8, очень даже прохладно, или с позавчерашними +10. Ну вот он ракурс. И тебе елка, и тебе карета, и тебе Газпром с универом. Харьков, 19 декабря 2017 года.